Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня я проведу мастер-класс по украшению пирожных белково-заварным кремом, а также мастер-класс по кремовым цветам. Смотрите видео и украшайте пирожные вместе со мной и радуйте свою семью не только вкусными десертами, но и красивым оформлением. Рецепт этих медовых пирожных есть у меня на канале и будет в ссылочке под видео. Сейчас я беру насадку «Вогнутая роза» и по краю буду украшать наше пирожное. Значит, смотрите, именно на углу мы делаем выступ, а дальше сделали волну. Еще один выступ. И снова делаем волну. Выступ. Если насадочка запачкалась, ее нужно вытереть. И снова делаем волну. Сбоку мы сделаем 3 тюльпана. Значит, смотрите, чтобы правильно их сделать, чтобы они открытыми были, насадку тюльпан нужно постоянно протирать, тогда все получится у нас так, как нужно. Сбоку возле тюльпанов мы сделаем маленькие розочки, только я специально розовый крем плохо перемешала, чтобы у нас получились, знаете, такие розочки нежно-розовые с белым оттенком. Ну вот мне хотелось что-то нежное. Надеюсь, у меня это получится. Слишком большие розы не делаем. Вот, смотрите, какая аккуратная роза нежная получилась. Ножницами сняли и высадили на тортик. Вот слегка вот там, на тюльпан. Здесь нужно будет немного крема. И снова делаем вторую розу. Также поворачиваем. Лепесточек один за другим. Насадочка роза маленькая, и розочки получаются очень аккуратными, нежными. И высаживаем сюда вторую розу. Затем мы берем насадку сердце с крючком. Это специально для тюльпанов. И высаживаем вокруг тюльпанов листики. Один. Также мы взяли маленькую насадку листик, чтобы отсадить красивые лепесточки возле маленьких роз. Ой, воздух, видите? Стараемся со всех сторон насаживать. И вот здесь. Красота. Первое пирожное готово. Украшаем просто, быстро, а получится очень красиво и вкусно. Берем изогнутую насадку роза, такие рюшики, и на углу делаем выступ. Все очень просто. Затем мы берем насадку тюльпан. Чтобы тюльпаны все получились открытыми, я вам советую протирать насадочку обязательно. Тогда тюльпаны все будут красивыми и открытыми. 4, 5, 6. И последний, 7-й отсаживаем. Вот. Теперь берем насадку сердце. С крючком идет она.
и отсаживаем листики. Со всех сторон. Теперь мы берем ту же насадку, изогнутая роза, и теперь ставим ее, вот смотрите, ребром. Тоже интересный рисунок получается. Вариантов при оформлении моря. Одной и той же насадкой вы можете сделать кучу рисунков других. Вот у меня остатки белково-заварного крема. Сейчас хочу покрасить его в фиолетовый цвет. Я использую гелевый краситель торговой марки Украса, только покрасить его необычно. Есть такие цветы, у которых мраморное окрашивание. Это сирени. Где-то светлее, где-то темнее. То есть мы вот так и перемешиваем вверх. Видите? Мы не размешиваем. Все. Больше мы не перемешиваем крем. Использовать будем насадку закрытая звездочка. Теперь перекладываем крем в одноразовый кондитерский мешок. И будем переносить на наше пирожное. Значит, поворачиваем. И высаживаем. Просто надавливаем и высаживаем. Такие красивые цветочки у нас получаются. Достаточно вот в углу, нежно и красиво. Теперь берем мы маленькую насадку изогнутая роза и делаем все то же самое, только на углу. Смотрите, мы сделаем вот такое украшение. На каждом углу пирожного. Как цветочки. Я очень люблю украшать торты, десерты. Мне это так нравится. Вот, а теперь продолжаем. Вот. Затем мы отсаживаем тюльпаны. Смотрите, какие красавцы получаются. Открытые, с белой серединкой. Я вам показывала, как сделать белую серединку и здесь. Затем насадочка сердца для тюльпанов. Мы высаживаем листики. Теперь осталась насадка закрытая звездочка. Садить цветочки. Вот такие яркие, нежные и очень красивые медовые пирожные у меня получились. Я бы назвала их мини-тортиками. Радуйте свою семью вкусной домашней выпечкой, красивым оформлением. И смотрите мои видео, я с радостью вам помогу. Отвечу на все комментарии, задавайте вопросы. Медовое пирожное в разрезе. Оно очень мягкое, нежное и вкусное. Обязательно приготовьте его для своей семьи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!